Санга-Ире, наверное, один из самых популярных в Якутии за последнее время музыкальных конкурсов. И на этот раз финал конкурса пройдет 23 февраля. То есть осталось два дня. Интересно, волнуются ли участники этого музыкального конкурса? Давайте спросим у них самих. У нас в студии Ванс Иванов и Василина Шарина. Доброе утро. Доброе утро. Итак, два дня осталось. Волнение, интриги. Или вы уже опытные, настолько опытные, что уже нет такого? Нет, все равно... Любой проект, любые выступления на сцене, все равно это есть какое-то волнение, да? Ага. Потому что мы уже готовимся целый месяц, готовим свои номера. Нынче мы, ну, по требованию конкурса, да, на гала-концерте мы поем свои песни, которые мы пели на конкурсе, и поем уже с предыдущими участниками конкурса. С кем вы поете вот в этот раз? В этот раз я пою с Дарьей Лавровой, дуэтом свою песню. Но мы сделали, как бы поменяли и чуть-чуть аранжировку поменяли, чуть-чуть переиграли, и будет, мне кажется, обновленный. Кстати, интересно, да? Получается, зрители знают вроде бы вашу песню, но это будет в новом, да. с новой стороны. С новой стороны, потому что не сольно же исполняю, да, как бы уже все поменял. С Дашей мы придумали очень такой, ну... Фишку, скажем, да, да. Интересно будет послушать. Вот. А Василина, вы с кем поете ночью? Я пою с Сандалом. Mm-hmm. Сандал, который пел СМСТ. Да, веселый такой артист тоже. И у меня тоже такая песенка веселая. И как бы получилась у нас такая... Синергия. Да, с энергией такая вкусная, прикольная, крутая песенка. Тоже пришлось немножко изменить, Марина. Mm-hmm. Песену поменять, получается, под Сандала. Изменить аранжировку, или он смог? Он смог, мы просто чуть-чуть аранжировку поменяли на более такой динамичный. Ну, динамики будет интересно, да, да. Ага, я вот знаю, что вот сегодня 21 число, да, финал состоится 23-го, то есть, в принципе, еще есть время за вас проголосовать, да? За меня. За меня. А, да вы что? Вот, Василина, как это можно сделать? Да, это можно сделать на номер 5577, отправить смс-сообщение. С вашим номером, да? Да, шоу, пробел и мой номер. Ой, какой у меня номер? 14. Шоу пробел 14 на номер? На номер 5577. Голосование, как мы знаем, длится до 23 февраля, до 12.00. 12.00 дня. Именно до этого времени у нас есть возможность еще за вас проголосовать. Да. Еще такой вопрос. Мы знаем, вот, Ванс, вы говорили, да, про фишки, и вы... Еще до этого участвовали в этом музыкальном конкурсе, да. Виталий, не даст соврать, да? Ага. У вас есть какая-то своя фишка, да, изюминка, это танец, да? Вот Виталий мне сегодня до эфира показывал. Как мне кажется, что это одна из сильных сторон? Что я танцую? Да, вы танцуете. Ну, я могу танцевать. Если песня, конечно, динамичная, если она ритмичная, все равно как-то это как бы требование, наверное, да, артиста на сцене не просто стоять, а под ритмичную музыку все равно танцевать, как-то двигаться, да. Финал будет у нас в Сахатеатре уже, да, и нынче даем два концерта, то есть это с 4 и потом с 7. На обоих концертах с 7 часов у нас будет награждение. Выявлять победителей. Да. Сейчас вот немножко такая интрига, да, между участниками, потому что никто не знаем же, кто выиграет, да. Угу. И сейчас вот осталась последняя неделя, вчера был последний эфир прямой, где нам рассказывали, да. Видишь, как он плавно так сошел, да, со своей фишки танцевали. Мы сейчас вам это проверим, потому что Василина будет сейчас петь. У Василины у вас будет ритмичный песня, да? Ага. Аванс будет танцевать. Конкурсная песня. Да? Нет, а вы все будете танцевать. Да, Василина, мы вас просим на нашу импровизированную сцену. Просим. Раз, два, три, четыре, влево, вправо, прыг, стоп!
девчонки, милые девчонки, и парни удалые, и парни удалые. Дружно взялись за ручки, дружно взялись за ручки, и танцуем черенгей, и танцуем черенгей в этот сверкающий вечер. Hey, Jagger, Nova, Hustle, Hey, Jagger, Hey, Lift, Noise.